Ля-ля-ля-ля. Ах ты! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Абгай, Енотка, Робби, Нига IP, пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно все ждали рубрику «Аниматроники гоняются за нами в пиццерии». Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ядрить, колотить, это фиолетовый человек, валим. Нет, ее надо еще, наверное, добавить для интереса одну марионетку, чтобы быстрее все пройти. Первый пошел, мне это нравится. Похоже, Дима уже хочет всех убить. Да, 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 да. Кстати, она что-то застряла. И фиолетовый человек застрял. Они пытаются найти нас. А подожди, а что на вседлухе? Я тут, а. Да блин! Ну блин! Ну прям ножичком живот! Хорошо, давайте мы маринетку удалим. Я помню, что она на этой карте застрет. И поставим очень много фиолетовых чуваков. Мне кажется, это очень будет прикольно. Пам-пам-парам-пам-пам. Ребята, и напишите в комментах, какой в следующий раз серии нам поставить аниматроников. И сколько штук. Ну а что ж ты хотел? Так, все, слазим все с подиума, сыкуны. Все, я текаю. Мне это нравится. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся людям поднять настроение и всякое такое. Так, что за танцы? Хорошо, есть у меня аниматроник, который не будет застревать. На, пошел. Что, издеваетесь, что ли? Давайте тогда на улице будем выживать. Быстро все на улице. Так, все, ставлю их на улице. Вовнутрь не заходим, потому что вы видите, что творится. Они, наверное, может, хавать хотят, поэтому возле стола все собираются. Надо им еды было наложить. Да ё-моё. Я хочу сегодня вакханалию, то, что все любят смотреть на моем канале. И хочу сказать, что завтра выйдет ролик, аниматроники все знают, вторая часть. И будет на карте FNAF 4. Я так прикольно лег, как будто я сплю ночью. Так, давай, давай, иди сюда, я тебя не боюсь. Что ты мне сделаешь, сыкун вонючий? На каком расстоянии они бьют? Нет, не буду проверять, я знаю, что... На полуметра, ну 50 сантиметров от себя. Не, полметра, я буду на 60 сантиметрах убегать от них. Давай, иди сюда, сыкун вонючий. Ого, сколько нас. Ребята, кто хочет с нами записывать веселые и угарные ролики, ссылочка на наш дискорд в описании. Заходите в наш дискордик, будем общаться, веселиться и записывать ролики, которые попадают в тренды. У нас, кстати, уже в дискорде скоро 30 тысяч участников. Давайте добьем. А, я понял, пацаны, я понял, что надо добавить. Наверное, надо добавить марионетку. А почему бы и нет? Мне кажется, она разнообразит этот ролик моментально. Где марионетка, там и смерть. А, кстати, ее можно запутывать. Кто помнит, что можно бегать по кругу? И она вот как-то странно себя ведет. У нее есть этот резина летняя, заносит на повороте. Она дрифтит. Это дагестанский дрифт, Дима. Дагестанская марионетка. Чик. На тебе. Ох, сколько мы их наставили. Мне это нравится все больше и больше. А я прыгаю, прыгаю, прыгаю. Ля-ля-ля-ля. Ах ты! Калашматки, зачем ты? А как ты узнал? Марионетка гонялась. А, блин. Я думал, он гонит, ну типа прикалывается. Типа сейчас. Эй, конченые что ли? Так, так, так. Да ёкало мене какикало, блин. Я так пугаюсь этого скримера, у меня еще экран большой. Прямо аж это, очки слетают. Давай, иди сюда. А кто так высоко прыгает? А, не, прыгал. Че, все нормально? Серега, а может ты хочешь быть по аниматроникам? Поубивать нас? Можно, можно, кстати, давай, я не... Давай, только мочись в притирочку, сдалека не мочи. Не. Это будет нечестно. О, значит, если ты будешь сейчас нас мочить, мы сможем прятаться в пиццерии от тебя и убегать. Да. Давай, быстро. И кого Серега убивает, тоже становится аниматроником. В конце будет один выживший против семи аниматроников. А я, короче, этот, крушитель стекол. Они мне так не нравятся, жарко как-то. Серега, а какого ты аниматроника берешь? О, я вот тут буду сидеть. О,
Магическая мангл? Да. Она очень мне нравится. Не знаю почему. Только дай не убивай, не убивай, дай я рассмотрю. У меня, кстати, этот пак обновился. А чё не добавили? Ой, извини, Дима, обстоятельства. Ну ничего, все, это не считается. Это не считается, еще раз повторяю. Это считается, а мангал немножечко кусается. Будем песенки мы петь, стекла всех мочить. О, давайте посмотрим, есть тут пасхалочка-то? Нету пасхалочки. Или есть все-таки, давай еще раз зайдем. Нету. И он тут фиолетовый челик выбежит и будет меня мочить. Так, кого там мочит? На этой карте задержка есть? Нет. Отлично, берите, берите аниматроников. Давай, давай. Кстати, Серега же не быстро и бегает. Быстро. Ах ты fucking shit. Не надо хана, давай не делай хана. Да дай дом. Так это ты быстрого взял, надо было медленного брать. Это же чикерский, ну конечно. Как от него убежать? Ты быстрее бегаешь на 100 километров, чем прыгать, я. Прыгать. Прыгать. Даже если и прыгаю, у меня жопа из говна вылетает. От страха. Я тебе воздух порчу. Ты должен бежать, и тебе задыхаться должно там все сзади. А у меня это, в носу затычки. Какие затычки? Ля-ля-ля-ля-ля. Что ты, что... О, мне там показалось, что кто-то сидит. Отлично, отлично, сидим. А чё ты всех мочишь? Убийца окон вернулся. А чё, Диму убили уже? Да почему? Я тебя заметил, говно ты такое. Да ну блин, я не говно, я человеческое говно. Да, конечно. О, Ванёчек сидит. Чё, всех убили что ли, или что? И я. Так. Не он Леона убили, всех поубивали. Меня-то убили, но я все равно прячусь. А вдруг мне повезет? Тебя уже два раза убили. Или не считается? Один раз я срядил, второй раз случайно. Да не, нормально, убили, но я хочу еще повыживать немножко. Да ты берешь читерских аниматроников, они бьют через всю карту. Нет. Не? Он вблизи бил, я видел. Сам ты вблизи бил, я не видел. Я вблизи сейчас я побью. Билистра. Билистра побью. Где ты спрятался, Дима? Опять в точке? Наверное. Нет, я заныкался в очень классном месте. О, я знаю. Где? А, я понял, кажись, где все. А где, где? А это секрет. Не говори секрет. Секрет. Так, ныкаемся, ныкаемся до посинения. О! Я придумал. Я взял админский пистолет. Все, кто будет заходить из аниматроников, я буду мочить. Давай, иди сюда. Ванёчек живой. Не могу, да, найти меня? Найдем, сейчас съедим. Нельзя. Я буду отстреливаться до последнего. Я живым не дамся. Вот откуда эта фраза пошла. Видим, но яй-яй. Минус воде. Не можете найти, что ли? Пойдем сейчас, съедим. Где он? Закрывайся. А, все, понял. Да нет, ты не понял. Пожалуйста, не понимай. Ну и чё, кто еще сюда зайдет? Я живым не дамся, я буду отстреливаться. Что бы ни случилось, не сдавайся, вот живым. Вот заходим все, он... А ты почему так делаешь? Да, яй-яй! Блин, у меня чуть сердце аж не кольнуло. Ладно, кольнуло.
Чё ты ржёшь? Чё ты ржёшь? Чё, мы всех убили? Да. А теперь я за вами погоняюсь. Давайте, разбегайтесь. Так, первый пошёл. А, теперь ты взял админский пистолет, да? Я буду не убивать никого, я буду просто убегать с этим админским пистолетом. Еще одного убил. Ты чё на расстоянии убиваешь? А, я не буду, извини. А где Сережка? Его не наблюдаю. Я улетел. А я бегу за тобой. Эй! А чё ты так летаешь, как читер? А как ты... Это какой Рокки Джамп? Эй, Рокки Джамп! Я прям в притирку подошел и убил тебя! Да! Со спины! Отлично! Пишите в чате, Димас читер! Пишите, Димас красавчик! Серега читер! Ты моих подписчиков заставляешь писать правду! Ой, неправильные слова! Че, всех убил я, да? Нет. Кого не убил? Я всех убил. Это говно, блин, на расстоянии еще берешь убивать. Нет, какое расстояние, нет. Серега, давай, аниматроник против аниматроника. Я против тебя, иди сюда. Ты где? Нет. Так, выхватываю. А Серега, а какого ты аниматроника взял? Секретный аниматроник. Секрет, а так ты взял, наверное, невидимку? Нет, а ты сам невидимка, да? Ну да, я такой хитрый жук. Вон, я Фокси, на улице бегаю. Давай, я выхожу. Иди сюда. Это не ты, это другой чел. Ты специально натравил на него меня. Слышишь ты? Слышишь ты? На. Ах ты! О, давайте взорвем базуку, которую в руках надо держать. М9К. Ну что, Сережечка? Ребята, берите аниматроников, проверим, какой же аниматроник выдержит ядерный взрыв. Так, давайте, все-все берите пилпаки, а я сейчас лупану. Так, я вижу, один взял, второй, третий. Ну что? 3, 2, 1, 0. Всех убила. Меня тоже? Нет, тебя не убило. Почему? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Абдулла. Сейчас взорвется.